Лисовский. Да Коста. Паре расположился на пятаке. Туда же едет Голошев. Прострельная передача. И Найджел Доус оформляет дубль в этой встрече. Набирает пятое очко. Ну что, король хет-триков зайдет на третью шайбу. Пятое очко Найджела Доуса в сегодняшней игре. Ну и какова передача Стефана Дакосты. Конечно, первая тройка нападения сегодня в полном порядке. Стефана Дакосты 4 очка, 2 шайбы, 2 передачи. У Доуса 5 набранных очков. 2 плюс 3. Вот так вот Найджел Доус поблагодарил Анатолия Голшева.